Как насчет кисленького? Обсудим любимый оттенок вкуса многих. И главный представитель, конечно же, лимон. Действительно ли от его сока худеют и излечиваются от заболеваний печени, почек, поджелудочной железы и даже рака? Уверена, что после просмотра этого видео вы обязательно принесете из магазина хотя бы пару штук этого цитруса. И значит, я старалась не зря. Поехали! Здравствуйте! Вы попали на канал о здоровом похудении и обо всем, что мешает это сделать. Веду его я, Светлана Никичук, нутрициолог и автор курса по снижению веса, где учу не только есть и худеть, но и делать это без спорта и чувства стыда к себе, которое, кстати, очень быстро проходит. А вот любовь и забота к своему телу – это надолго. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы потом не забыть. Поговорим о чудодейственном лимонном соке. А что о нем говорить, спросите вы? Это вполне ожидаемый вопрос, потому что лимон за долгое время оброс стереотипами и небылицами. В интернете полно устаревшей и бездоказательной информации. Но человек, ищущий ответы, может легко поверить тому, что повторяется снова и снова. Например, что в лимоне много витамина С. Так принято считать, но цифры показывают, что аскорбиновой кислоты в нем всего лишь около 40 мг на 100 грамм продукта. Вес одного лимона в среднем 200 грамм, а наша суточная потребность в витамине 90 мг. Так что одного лимона явно не хватит. А вы сколько лимонов в день едите? И я не про дольки, если что. На самом деле, вот настоящие рекордсмены по содержанию витамина С. Это шиповник, в котором 650 мг, и красный болгарский перец, в котором 250 мг на 100 грамм продукта. О действительно полезных свойствах лимона и лимонного сока, в частности, знают не все. Многие покупают лимон исключительно для чая. Поэтому часто оказывается, что прямо сейчас половина лимона забыта и медленно засыхает в чьем-нибудь холодильнике. Все знают, что чай с лимоном вкусно и полезно. Это зимняя история, когда продрогли от холода или заболели, чай с лимоном согреет и поможет быстрее выздороветь. Но летом зеленый или черный чай с лимоном тоже подойдет, чтобы освежиться и утолить жажду. И это заслуга кислого лимонного сока. И свойства чая. А какой вкусный лимонад можно приготовить? Он полезен и также хорошо поможет утолить жажду, но только если приготовлен из свежевыжатого лимонного сока с минимальным содержанием сахара. Готовый лимонный сок из магазина не содержит ни витаминов, ни клетчатки, ни флавоноидов, только вкус и не более. Им вы можете разве что очистить барабан своей стиральной машины. Вы, конечно же, это делаете раз в месяц. Рыба или морепродукты, сбрызнутые лимонным соком, любят многие ценители ярких и сложных вкусов. Когда во рту кислые, пряные, соленые вкусы сменяют друг друга и дополняют, оставляя умопомрачительное послевкусие. Но это и полезнее, вот почему. Рыба содержит жир, а лимонный сок помогает лучше его расщепить. А чем быстрее и качественнее это произойдет, тем лучше. Подробнее об этом свойстве лимонного сока расскажу немного позже. Те, кто любят печь, знают о лимонном соке как о важном компоненте для удачной выпечки, а также о выигрышном сочетании кислого вкуса со сладким. Заправки для салатов и маринадов также содержат лимонный сок, что позволяет снизить их калорийность. Как видите, лимон и лимонный сок очень широко применяются, а все из-за свойств и вкуса, который оттеняет пресность и простоту продукта. Облегчает переваривание жирных блюд. Итак, из чего состоит лимонный сок? Из воды на 92 грамма, углеводов почти 7 грамм на 100 грамм сока. Белков и жиров крайне мало, а калорийность всего 22 калории. Клетчатки всего 0,6 грамм из одного среднего плода. Что значит эти цифры? Что лимонный сок однозначно диетический продукт, даже с учетом количества углеводов. Вы не станете пить цельный лимонный сок, так как это сильно кисло. А обязательно разбавите водой или добавите только дольку лимона в тот же чай, а она содержит всего 2 калории. Можно и 2 положить. Чтобы приготовить 1 литр домашнего лимонада, вам понадобится 750 грамм воды, 2 лимона и мята. По рецепту в нем было еще 200 грамм сахара, но лучше его не добавлять. Калорийность такого литрового освежающего напитка будет приблизительно 49 грамм
Вкус неприторный и действительно утолит жажду без вреда фигуре. Обязательно помните, что в лимоне содержатся лимонные и яблочные кислоты, которые, как и другие кислоты, разрушительно действуют на эмаль зубов и повышают ее чувствительность. Поэтому пейте лимонад и соки через трубочку. Ешьте фрукты и не забывайте ополаскивать водой рот сразу после приема. В лимонном соке гораздо меньше витаминов и микроэлементов, флавоноидов и эфирных масел, чем в целом лимоне. Некоторая часть скрыта в кожуре, поэтому если пьете чай с лимоном, не делайте его горячим. А слайс лимона съедайте полностью, кожура содержит больше витамина С, чем мякоть. А также кобальт и медь, который содержится четверть от суточной нормы. С составом закончили. Теперь разберемся со свойствами лимонного сока. Из-за большой концентрации лимонной кислоты он отличный природный консервант и обеззараживатель. Угнетает рост и развитие бактерий, вирусов, простейших и грибков. Так лимонный сок избавит от неприятного запаха изо рта, уменьшит воспалительные процессы в нем и восстановит слизистую оболочку. Доказано, что возбудители малярии, тифа, дифтерии и других болезней гибнут под воздействием лимонного сока. Лимонную кислоту добавляют в продукты питания, а также в косметологические средства, чтобы продлить срок годности. Лимонная вода предупреждает образование конкрементов в желчном пузыре. Когда она попадает в желудочно-кишечный тракт, то стимулирует выработку желчи рефлекторно. Так устроена природой. Желчь нужна для ферментации пищевого комка и расщепления жиров, которые попали с любимыми вкусными блюдами, особенно жирными. После ее обработки пищевой комок следует дальше по кишечнику, не вызывая у нас в животе дискомфорта и болевых ощущений. Именно на такой стимуляции выработки желчи и построено снижение веса на лимонной воде. Люди с избыточной массой тела обычно пьют недостаточно просто воды. И у них застойное явление в желчном пузыре. А лимонная вода помогает справиться и с тем, и с другим. О пользе простой воды рассказывала вот в этом видео. А как приготовить лимонную воду? Возьмите спелый лимон, покатайте его по столу, придавливая ладонью вперед и назад. После разрежьте его пополам и выжимайте со всей силой. Вилка также поможет. Если вам не мешают кусочки мякоти, то ок. Если мешают, то процедите. У вас должно получиться 50 грамм лимонного сока. Добавьте их к 1 литру питьевой воды. Можно пить, хранить в холодильнике до 3 дней, но не более. Часто советуют пить лимонную воду для похудения именно натощак, что не совсем правильно. После лимонной воды завтрак должен быть сразу или не позднее 15 минут. Объясню почему. Утром желчный пузырь полон желчи. Он накопил ее где-то 12-16 часов и готов выделить, чтобы качественно обработать еду, чтобы микро- и макронутриенты продуктов усвоились по максимуму. А если вы выпили лимонную воду и не позавтракали, то вся желчь уйдет в холостую. А когда вы все-таки поедите через час-два, то желчи будет слишком мало. А большинство людей, у которых лишний вес на завтрак, предпочитают жирную и углеводную пищу. И вот представьте, такой человек что-то где-то там увидел и решил худеть, не меняя ничего в своем питании, только на одной чудодейственной лимонной воде. Завтракать он не любит, ну там некогда и все такое. Как результат будет тяжесть от съеденного, изжога, а изжога – это кислота. Желчный пузырь также рефлекторно будет освобождаться от желчи при повышенной кислотности желудка и при кислых продуктах. Когда вкусный белково-жировой завтрак, а именно таким, а никак не только углеводным он должен быть, дойдет до 12-перстной кишки, то желчи не окажется или ее будет недостаточно. То есть изжога, тошнота, отрыжка, горечь во рту, чувство тяжести в области желудка и нарушение стула будут постоянные. Из этого следует, что лимонную воду или воду с добавлением яблочного уксуса можно пить перед любым приемом пищи. Главное поесть сразу. Ну и не рассчитывайте особо похудеть, выпивая лимонную воду перед жирным свиным шашлычком или вечером перед кусочком тортика или бутербродом с колбаской. Что касается камней в почках, то пейте лимонную воду для профилактики, пожалуйста. При слабокислой или нейтральной реакции мочи мочевая кислота не выпадает в осадок, который и образует песочек в анализах мочи или маленькие камушки по УЗИ, даже при высокой концентрации. То есть, когда мы просто недостаточно пьем. Лимонная кислота на уровне химических реакций с солями кальция не дает камням формироваться и разрушает солевые скопления, что подтверждают врачи-урологи. Вероятность камней в почках при ежедневном употреблении воды с лимонным соком сводится к минимуму. К тому же она обладает мочегонным действием, что хорошо для людей, склонных к отекам и страдающим гипертонией. Вода с добавлением лимонного сока убирает жировые включения в печени,
тем самым излечивает от жирового гепатоза и возвращает нормальную функцию органов. А также антиоксидантное действие лимонной кислоты доказано исследованиями. В них подтвердили гепатопротекторное или восстановительное действие на клетки печени лимонным соком, в том числе и алкогольного воздействия. А именно, значительно снизил содержание жиров триглицеридов в печени и улучшил ее поврежденные клетки, гепатоциты, вплоть до полного восстановления до нормы. И так как в исследовании присутствовал еще и алкоголь, а всем известно его токсическое действие, то в заключении выяснили, что лимонный сок – это антиоксидант с действием, порой превосходящим лекарственные препараты. Когда лишний вес или малоподвижный образ жизни, то желчи вырабатывается недостаточно, и она медленнее проходит по желчным протокам, застаивается. Сначала это приводит к повышению уровня холестерина, а со временем – холециститу, воспалению желчного пузыря и образованию камней в нем. И как разрешение – операция по удалению желчного пузыря. Снижение уровня холестерина – еще одно свойство лимонной воды, доказанное исследованиями. Лимонный сок снижает сахар в крови, что в свою очередь снижает уровень инсулина. А раз уменьшается инсулин, то уровни триглицеридов падают. А это однозначно идеальные условия для улучшения метаболизма и снижения веса. Цитрусовая, лимонная вода помогают, но ни в коем случае не лечат сахарный диабет. Когда вы пьете лимонную воду перед приемом пищи, вы снижаете ее гликемический индекс. Такое же действие достигается при добавлении уксуса, лимона и ферментированных овощей. Эту способность используют в приготовлении суши. Доказано, что это снижает гликемический индекс белого риса примерно на 30%. Многие кухни мира используют сочетание с кислыми продуктами, что приводит к снижению уровня глюкозы, инсулина и, самое приятное, аппетита. И, кстати, если к порции мяса добавить кислый продукт, квашеную капусту, например, или просто полить его лимонным соком, то увеличивается усвоение железа. Кстати, про анемию вы можете посмотреть вот в этом видео. Еще скажу про борьбу лимонного сока с тонкоклетками. Действительно, исследования в пробирке показали, что компоненты лимона показали себя действенными в отношении некоторых разновидностей раковых клеток. Не стану отрицать, что этот напиток рекомендуют для профилактики, но это не означает, что, перейдя на лимонный сок, болезнь растворится и можно отказаться от лечебных протоколов. Иначе мир бы не знал такого смертельного заболевания. Поэтому следуйте рекомендациям лечащего врача и пейте лимонную воду, если нет противопоказаний. О них в конце видео. Витамин С – это профилактика и лечение простудных заболеваний, а также участник формирования коллагена. Его добавляют в маски и кремы, применяют в чистом виде для освежения цвета лица, устранения пигментации кожи, укрепления ногтей и отбеливания зубов. Ценность лимонной воды в фитонутриентах и в ее составе. Они необходимы при геморрое и других сосудистых заболеваниях. Например, варикозе вен нижних конечностей. Это видео выходит весной, а значит, пора начинать пить курс венотонизирующих препаратов. По рекомендации врача, конечно же. И тогда вы забудете о тяжести и отечности ног на все лето. Но вернемся к лимонному соку. Смотрим на состав самого распространенного лекарственного средства при варикозе и видим диасмин. А что такое диасмин? Это флавоноид, который получают из цитрусовых. Это доказывает, что лимон действительно помогает при сосудистых заболеваниях. Люди с пониженной кислотностью желудка зачастую бессознательно добавляют лимонный сок или яблочный уксус в пищу. В норме pH желудка от 1 до 3, но с возрастом происходит ощелачивание. Это влияет на способность усваивать белки, витамины, микроэлементы, снижает защиту на уровне клеточного иммунитета. Все это, конечно же, приводит к проблемам со здоровьем. Не могу не сказать о запахе цитруса, который однозначно помогает справиться с депрессией, бодрит и поднимает настроение. Практически во всех ароматах духов присутствуют цитрусовые нотки. И это, пожалуй, все о свойствах лимона и лимонного сока. Кому нельзя пользоваться лимонной водой? Если вам когда-нибудь ставили диагноз язвенная болезнь желудка, гастрит, гастроэзофагальный рефлюкс, при повышенной кислотности лимонный сок только усилит изжогу и заброс кислоты в пищевод и другие неприятные симптомы, что может спровоцировать обострение и даже язву. Если вы страдаете аллергическими реакциями, будьте осторожны. Цитрус – это сильный аллерген. Если зубная эмаль слишком чувствительна, но здесь все же можно приспособиться с трубочкой, чтобы лимонная вода сразу попадала в ротоглотку. Позаботьтесь о SPF – защите кожи.
так как эфирные масла лимона понижают устойчивость клеток кожи к действию ультрафиолета. Не стоит повышать концентрацию лимонного сока, думая, что это как-то поможет быстрее снизить вес. Это может вызвать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. При малейших неприятных ощущениях стоит прекратить принимать лимонную воду, а при болях срочно обратиться к врачу. В заключение скажу, что пить любую питьевую воду – это привычка, которая поможет вам сохранить здоровье. Нормальный водный баланс улучшит работу митохондрий в клетках, а они помогают генерировать энергию и сжигают жир. Ставьте лайк, если было полезно. Пусть лимонная вода поможет вам на пути к стройному телу. Но не забывайте о питании. Регистрируйтесь на мой курс, ссылка сразу под видео. Увидимся ровно в следующем видео. Пока-пока!